какой его видит классный руководитель. Спасибо за ваше терпение и привязанность. Пусть этот последний звонок не будет последним для вас. И будущие ученики тоже узнают, каково это, когда вы их классный11. Она была на классной мамой, любимой самой, доброй самой. Она нас литературе русскому учила и на экскурсии возила. Она нам праздники дарила, где мы и пели, и плясали. Где мы стихи взахлёб читали, да, мы почти артисты стали. Она же режиссер и вдохновитель, она как ангел наш хранитель. За нашими оценками следила и на поклон учителям ходила. Мы знаем, что никто и никогда на свете не защищал нас так на педсовете. Она бывала отличительна. Если спросят, где вы нас? Ответим вам на перебой. Мы выходили в горой! Обратите внимание, даем торжественное обещание. Вас будем помнить и любить. Вам в гости будем приходить. И навсегда из школы не уйдем. Сюда детей и внуков приведем.
А теперь мы хотим вам задать одно домашнее задание. Никогда не забывайте нас. Нашим нам согревает и подарит.